Всем привет, дорогие друзья! В этом ролике я расскажу о первой части прошивки Xbox 360. В данном случае это модель Slim с материнской платой Trinity. Для всего этого процесса нам понадобится чип. Я буду использовать Matrix Glitcher 3 версию. Также вам понадобится программатор. Я опять же буду использовать JR Programmer версия 2. Вот. И, конечно же, вам понадобится еще программка на компьютере JRunner. Вот так она выглядит. Файлы для установки драйверов, то есть драйвера на программатор, я скину в описании. Там все очень просто. Вот. Для того, чтобы припаять, вот я вам выставил такая вот диаграммка, то есть она подходит для всех слимок, в том числе Corona 1.3 и толстых моделей. Вот так вот выглядит вся пайка. Вот. Также советую паять вам флюсом бессмывным. F3 я использую, как всегда. Не забудьте поставить рычаг вот этот влево, для того, чтобы произвести считывание нанда. Вот. Теперь по подключению. То есть первое, нам нужно сначала по USB подключить к компьютеру сам программатор. Только после этого подключить блок питания к материнке. Так, ну, приступим. Смотрите, вот когда вы все подключили, у вас должен появиться вот такой логотип JR Programmer. Значит, у вас определился системой программатор, то есть все успешно. После этого нажимаем вопросительный знак, идет как бы проверка материнки. Здесь у вас выйдет такая вот информация о материнке, то есть версия и модель. Далее. Нажимаем Show Working Folder, это у нас будет как рабочая папка, куда будет сохранен наш NAND. По стандартным настройкам JR Programmer настроен на считывание двух файлов NAND. То есть вы можете поставить и 3, и 4, и больше, то есть сколько хотите, только это все, конечно, скажется на время. Если у вас настроено два раза, то нажимаем Read NAND. Это будет нормального, достаточно, в принципе, для всего, для проверки дальнейшей. Все, ждем. Если настроено 2, то займет по времени где-то около 6-7 минут. Ну вот, как видим, сразу у меня создался файл nanddump1.bin. И вот такой вот идет процесс, то есть мигает красным диод на программаторе, идет процесс копирования нанда на компьютер. Вот. Ну, я уже не буду, как бы, я немножко перемотаю вперед, потому что, ну, 6 минут ждать, смотреть на один и тот же процесс, как бы, немного скучно. Вот. Ну, вот, смотрите, вот еще раз, да, поближе пайка. То есть, по диаграмме цвета, вот эти вот точки, то есть, вы, соответственно, припаиваете соответствующий цвет провода к, соответственно, площадке на материнке, как указано на диаграмме. При этом понятно, что у вас полностью она разобрана, отключены все периферии, то есть вот эти все шлифа и в том числе плата включения. Вот, ну вот смотрите, вот идет у меня считывание, это у меня идет первый файл, сохраняется. Я его сейчас поставил на ускоренную как бы прокрутку, так она, конечно же, чуть-чуть дольше у вас будет идти. Так, что еще хотел сказать? Ну, в принципе, еще советую сохранить отдельно вот эти файлы, которые у вас будут в итоге считаны, в отдельную папочку. Я ее, например, прям в этой же папке сохраняю, просто новую папку создаю и пишу там, например, либо модель материнки, да, ну, чтобы потом как бы можно было ее найти там в случае, например, если восстановить нужно будет или там посмотреть какую-то информацию системную. Тот же reset код, например, или какую-то либо другую. Ну вот, как видим, смотрите, comparing NAND are the same. Если у вас то же самое высветится в вот этом вот в трее, да, то есть в отчете, то значит у вас все как бы четко идет, то есть дальше можете двигаться поэтапно. В следующем ролике поговорим о создании файла ECC. Вот. Ну и как бы на этом буду заканчивать. Спасибо за просмотр, всем удачи, ставьте лайк, до свидания.